текущего года. У каждой организации есть, наверное, свои визитные карточки, да, есть свой почерк и есть, в конце концов, свой стиль. В ММА-серии теперь больше красок. Сама палитра стала богаче после этого поединка, и именно он в том числе будет иллюстрировать, что такое ММА-серии, какие герои здесь есть. Еще раз огромное спасибо Бобру Курбонову. Как он сам сказал, простому, скромному узбекскому парню, и Сергею Бобрышеву, который превозмог себя и совершил, казалось бы, невероятное.